Другое время, другой враг. 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель – вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациентам. Они удерживали позицию 3 дня, но численность врага была слишком велика. Из 60 осталось всего 15. Еще одну ночь они бы не продержались, и враг это знал. Они эвакуировали людей из больницы, отправив всего одного из своих в качестве провожатого. Остальные образовали строй, укрывшись за телами павших братьев. Пока они ждали, кровь с трупов лилась на них. На эту кровь налип песок. Кровь изменила их, своего рода помазание. Когда враг приблизился, эти 14 бойцов восстали прямо из песка. Они стали невидимыми охотниками. Против их скрытности враг был бессилен. Когда кончились патроны, в ход пошли штыки. А когда штыки затупились, в ход пошли кулаки. Когда пыль и песок улеглись, из всех врагов в живых остался лишь один. Его нашли в пустыне. Он бесцельно бродил там в бреду. Он рассказал своим товарищам о силах столь ужасных и могучих, что они могли быть только сверхъестественными. Он назвал их призраками. Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли. Живее. О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Живо! Это не землетрясение! А что ты говоришь? Кэш, отведи брата в подвал, а я за машиной! Давай, Логан! Ты что, черт возьми, стрясной? Сигнал от холостого выстрела. Эй, Бейкер, а вот и наш транспорт.
это диспетчер Одина. Мы готовы к приему. Диспетчер Одина, мы отправляемся инструктировать новую команду. Вас понял. Мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. ПЛО 10 метров. Начинайте вращение. ПЛО 5 метров. 2 метра. Пэйлоуд, выровняйте свое вращение. Мосли, шлюз С готов к стыковке. Диспетчер Одина. Один переходит в боевой режим. Это не учение. Нельзя позволить им захватить Один. Диспетчер Одина. Отряд Федерации в отсеке экипажа. На корме. Брейкер, осторожно. Их стало еще больше. Один готовится к использованию первого заряда. Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс. Захват. Наведение. Хьюстон. Захват. Наведение. Майами. Захват. Один подтверждает захват цели. Ты безопасная зона близко. Живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде берите. Они загружают координаты цели. В безопасную зону. За мной! Один, загружаются координаты целей. Диспетчер, у нас критическая ситуация. Запуск процедуры дистанционного подрыва. Принято, Мосли. Дай подрыв станции. Через 3, 2, 1. Зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш штат Один. Нужно его ликвидировать. Не думаю, что вы сможете попасть домой, Бейкер. Атлас, насколько нужно отклонить его борт, чтобы сбить равновесие? На 23 градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Мы подтопим эту банку в океане. Системы ДУ. Ты слышал его, Бейкер? Огонь!
Специалист после! Кира! Мы потеряли связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю, потеряна связь с диспетчерской Одина. Залезайте в кузов! Ну же, Логан! Тащи его в кузов, давай скорее! Надо сваливать отсюда! С тобой все будет хорошо, сын! Держитесь, ребята! Восхождение Федерации началось много лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником. Викинг-6, как слышно? Хэш! Логан!
Вас понял, да, мы здесь, вперед. Судя по поступающим отчетам, Даллас был атакован прошлой ночью. Центр требует повторно прочесать стены как можно быстрее. А, черт. Выжившие есть? Нет. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. Берите снарягу, идем. Отряд 2, вы рядом с нами? Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Так точно. Мы будем защищать выход. Конец связи. Сюда. Давай, приходите. Все чисто. Подходите. Справа. Кажется, Райли проголодался. Здесь лучше ничего не есть. Когда вернемся, я тебя покормлю. 6-1, доложите обстановку. Просто местные животные. Все нормально. Есть. Направляемся к пункту сбора серебро, как слышите? Да, скоро встретимся. Встречаемся у стены, мы выдвигаемся. Так точно. Вот она. На вид жуть, но держится. Эй, сержант. В секторе чисто? Почти. Надо прочесать эту сторону стены, и на этом все. Левая сторона наша. Надо торопиться. Перестроиться у заправки. Еще бы. Рали, Рали, ищи. Слышишь? Там кто-то есть. Ждем Райли. Если он атакует цель, стреляйте. Убрать их. Убейте! Райли, вперед! Опять разведчики. В пятый раз за этот месяц. 2-1, тут очередной разведотряд Федерации. Встречаемся у центра, перегруппироваться. Есть, мы уже в пути. Райли, рядом. Вот срань. Отстаньте от него! Su país caerá tan fácil como su gente. Они казнят гражданство. Вперед, вперед! Райли, вперед! Страшно 12 часов! Эй, бегай! Дели!
цель! Ему конец! Враг прямо по курсу! Вижу цель! Сюда! Райли, рядом! Всем свободным отрядом! Усилы Полиции Федерации! Требуется подкрепление! Срочно! Повторяю, нас атакуют! Слышим вас хорошо, бросайте дымовую, мы идем к вам! Вас понял! Всем на дыму нашей позиции! Сюда. Райли! Логан, хватай гранатомет и займись птичками, мы прикроем! Тихо, малыш, тихо! Райли, вперед! Thank you.
Дэвис, отвечаете за транспорт. Вас понял. Возьму на себя транспорт. Логан, ты на охране сзади. Идем дальше. Пошли! Надо найти старика! Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда. Прогуляемся. Отец, они казнили гражданских. Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Слушайте, парни. Вы последние, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Но я только вам и могу довериться. Послушай, а? Что бы это ни было, мы с Логаном... Мы готовы. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго оборонялись. Так что я отправляю вас за стен, ребят. Вы свяжетесь с разведотрядом. Соберете столько информации, сколько сможете, и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой. Лос-Анджелесом и Сан-Диего был нанесен огромный урон, когда Один повернулся против нас. Пляжи, которые я помню с детства, теперь заброшены. Повсюду мины. Отец сказал, мало кого направляют в нейтральную зону. Слишком опасно, непредсказуемо. Раз он послал нас сюда, то это очень важно. Но я все не мог избавиться от мысли, что он нас снова проверяет. Хочет преподать урок. Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Вражеский патруль Запада. В бой не вступать. Пусть подойдут. Приготовиться. Вперед. Чисто. Третья группа в 30 километрах. Нужно смотреть в оба, могут быть и другие.